Однажды в дальнем-дальнем месте жил человек против простой. Был неприметен он на внешность, со смуглой кожей худой. Ходил с опущенной головой, под ноги вечно он глядел. Сливался с бурной толпой, но унижение он терпел. Толпа бросала фразы едко, греха не видя за собой. Но он закурит сигаретку и обойдет другой тропой. Толпа бесилась все чаще, бросая фразы все точней. Но он уйдет от глаз сверлящих в свою коморку ясный дни. Зайдет в коморку, дверь закроет, заварит чай, попьет его, закурит трубку он с махоркой, поделает он то да все, прочет статейку без оглядки, заварит чай, попьет его, запишет что-то он в тетрадке, поделает он то да все. Наступит утро, солнце светит, везде уютно, хорошо. Но человеку не ответит, даже прохожий, даже никто. Но он с улыбкой откровенной заварит чай, попьет его, подумав обо всем на свете, поделает он то да все. Откроет дверь с улыбкой нежной, пройдет сверлящие глаза и скажет всему безмятежно: важна же все-таки душа. Спасибо.